Здравствуйте! Сегодня я расскажу, как восстановить поврежденный файл Microsoft Access. Шаг 1. Скачайте программу восстановления Microsoft Access с сайта. Шаг 2. Установите программное обеспечение для восстановления Access. Шаг 3. Пройдите инсталляционный мастер. Шаг 4. Запустите программу восстановления Access. Шаг 5. Выберите поврежденный файл на главной странице мастера восстановления. Шаг 6. Нажмите кнопку Next. Шаг 7. Программа начнет чтение поврежденного файла. В открытом окне вы можете увидеть, какие файлы будут восстановлены. Шаг 8. Нажмите кнопку Next. Шаг 9. Выберите путь для сохранения данных из базы данных MDB. Шаг 10. Нажмите на кнопку Recover, чтобы начать восстановление данных. Шаг 11. На последней странице предоставлен детальный лог восстановления файла. Нажмите кнопку «Завершить». Поздравляю! Вы восстановили поврежденный файл Access.